Итак, друзья, мы продолжаем. И сейчас мы беседуем с Артемом Авраменко, он же Верди. Привет. Привет. Смотри, первый вопрос. Сейчас на гранд-финале приехали представители многих команд. Два от Virtus.pro, два от Empire, три от 3D. От РЗП приехал... РЗП приехал от Госустайл. Ну и ты единственный, кто в про-сетке не представлен ни одной организации. Скажи, насколько сложно вообще приезжать самому без поддержки команды, готовиться без поддержки команды? Ну вот как это? Сложно, легко? Ну, вообще, сложно с той точки зрения, что, ну, конечно, вот на российские турниры нормально, тут разницы, наверное, большой нет, ну, вот, допустим, в Казань съездить, ничего сложного, но вот, например, на европейских, чтобы поучаствовать в каких-то опен-бракетах или байоках, или получить где-то инвайты, то есть нужно связи какие-то иметь, и помимо этого все это пробивать, а на это, как бы, времени у игрока не так много, потому что нужно тренироваться, ну, и есть какие-то личные дела всегда, то есть отнимать это время от тренировок, ну, совершенно не хочется. Понятно. Ну, такой вопрос. Ты сейчас, собственно, ищешь ли команду, или, может быть, тебя ищет команда? Есть предложения активные? Ну, таких прям суперактивных нет, но, возможно, мое присоединение в какую-то команду после Нового года. Вот. Ну, или там даже до Нового года, не знаю. Все зависит от команд, собственно. Вот. Но, в принципе, у меня есть личный спонсор, поэтому я буду играть в любом случае, то есть независимо от команды, у меня есть, ну, как бы, очень хорошая мотивация. Вот, но присоединение в команду возможно даже в ближайшее время. Собственно, давай поговорим о твоем спонсоре. Значит, там была такая история, что ты написал, вот, нету денег, нету мотивации, и тут же хрясь, появляется человек, пишет, да у меня много денег, давай помогу, да? Ну и вообще, скажи, вот как ты там с ним, ну, ты мне рассказывал, что просто он тебе скинул денег, вы с ним даже особо не пообщались, после этого были какие-то контакты, и продолжает ли он тебя спонсировать, все ли хорошо? Ну да, продолжает спонсировать и дает очень хорошую мотивацию. Мы просто списались на GoodGame в комментах к моему стриму, потом созвонились и как бы решили, как действовать, то есть это заняло буквально там несколько минут. Ну, человек, понятно, ну, занят просто обычно бывает, вот, но как бы, да, то есть все это было решено быстро и, ну, из обязанностей, то есть это улучшать свои результаты и стримить как бы время от времени, вот и все, собственно, вот. А на что больше упор, на результаты или на стримы? Просто многие команды видят основной монетизации своих рекламных контрактов трансляции, вот, а на результаты им уже даже меньше они акцентируют внимание. У тебя же все-таки на что упор больше идет? Ну, наверное, вот мой спонсор хочет, чтобы я приобрел какой-то вес на СНГ-сцене. А ты еще не приобрел вес? Мне кажется, что уже давно. Ну, не знаю, а как бы вес складывается как раз из популярности по отношению к комьюнити и из хороших результатов, таких топовых первых мест. Вот, это, конечно, ну, никто не может занимать всегда первые места, но нужно, то есть, время от времени выстреливать, чтобы поддерживать свою, как бы, ну, имидж сильного игрока, ну, и для себя, чтобы это увеличивало мотивацию, как бы, ну, и прогрессировать. Вот так. Понятно. Ну смотри, вчера мы выловили тебя играющим за тиранов. Ты очень много за них играл вчера, почти, наверное, все время, да? Сегодня тоже играл. Ну да, понятно. Ну и вот чем вызвана такая вот игра за тиранов? Ты что, планируешь свичнуться? Не, ну на самом деле я просто немножко переиграл за протосов вот до турнира в рамках подготовки. Я просто слишком уж много играл, мне кажется. Вот, и заигрался немного. Ну и чтобы как бы не портить ощущения игровые к турниру, чтобы как бы с каким-то желанием подойти к игре, ну и немножко соскучиться по протосам, по вот этому ощущению побед над сильными игроками, я решил просто поиграть за более слабую расу, на более слабом аккаунте, за тиранов. Вот. Но вообще за тиранов мне нравится играть, хорошая раса. Понятно. То есть пока о свиче речи не идет. Но на самом деле вот нет. Вот именно пока нет. Но вот если мне Heart of Swarm преподнесет еще более как бы элегантную в моих глазах расу тиранов, то есть в плане того, что я от нее хочу видеть, какую реализацию скилла и так далее, то в принципе я не знаю. Ну,
это, ну, вряд ли, то есть, но потому что из текущего расклада ничего почти не меняется. Но такая возможность есть, то есть надо по желанию все-таки играть всегда, я так считаю. Понятно. Ну, давай вернемся к сегодняшнему турниру. Ты как вообще готовился? Ну, считаешь ли, что ты готов? Какие у тебя ожидания? Кого стоит опасаться? Ну, я готовился, играл там, ну, в среднем по 8 часов в день, именно тренировочных часов. Вот, но, в принципе, кому-то готов, кому-то менее готов, но тут дело случая, то есть я просто постараюсь показать свою лучшую игру. Но я думаю, что как бы ни сложился любой турнир, он всегда складывается в какую-то лучшую пользу для игроков. Даже если вы проигрываете, у вас появляется мотивация, какие-то переосмысления ошибок. Но если выигрываете, то это как бы добавляет вам уверенности в будущих победах. Ну, то есть это все такие тонкие планки, как бы между которыми варьируются результаты игроков. Просто надо играть и стараться. Вот так. Понятно. Наверное, последний вопрос в этом интервью. Вот смотри, многие в комьюнити знают тебя в первую очередь как парня, который может разозлиться и набеймить, повести себя не очень адекватно. Но, тем не менее, в более узких, так сказать, кругах ты известен как человек, который увлекается классической музыкой, читает классические произведения. Почему ты не хочешь раскрыть эту грань себя для комьюнити? Может быть, пора уже вот показать другого Верди, поставить на стримах там музыку, которую ты слушаешь, там рассказывать больше о книгах, которые читаешь. Как считаешь, может быть, пора уже? Не, ну, я не знаю, музыка у меня и так регулярно классическая играет на стримах, вот. Но, допустим, как сказать, это мое такое побочное увлечение. Мне о нем нечего особо рассказывать, я просто... Оно мне нравится им заниматься, но такого энциклопедического запаса знаний у меня в нем нет. Например, вот в StarCraft у меня явно есть по игрокам, по биографиям, по там чему угодно, допустим, да, потому что для меня это все-таки средство заработка на данный момент. А вот, допустим, в исполнении, ну, я просто... занимаюсь этим иногда, я хожу на какие-то концерты, вот недавно посещал фестиваль памяти Алины Коршуновой, там играл Карен Корниенко, еще один пианист хороший там играл, кроме него. Потом до этого ходил в Большой зал консерватории на Луганского, исполнение третьего концерта Рахманинова, вот. В планах посмотреть приезжает в Москву 22 марта Ланг Ланг, знаменитый китайский пианист, один из самых чувственных на данный момент. Возможно, схожу на него, вот. Ну, а что касается там бэдманерства и так далее, ну, я думаю, что в среднем на общей дистанции моего выступления на каких-то матчах у меня БМ не больше, чем у других игроков, потому что если попросить даже комьюнити привести скринов, там вот, допустим, тема на СК2 ТВ была, они привели всего лишь там 4 скрина, и один из них — это просто мои личные разборки с одним человеком, который, ну, доставлял мне неприятности, то есть Хайрлинг. Понятно. Кстати, по поводу еще музыки. Ты знаешь такой квартет Ивана Смирнова? Не слышал ничего? Нет, не слышал. Ну, вот скину послушать, может понравится. Ладно, ну, наверное, на этом мы интервью будем завершать. Отдельное спасибо хочу сказать компании QCyber, которая помогла нам добраться до этого лана. Всем удачи, оставайтесь с нами.